Привет, ребята, как дела? С вами снова Александр. Итак, это второе видео настройки экшн-камеры, которая находится у меня на стене. Пальчиком показал. Значит, ракурсы высоты длины, ширины, ну, захвата стола. До сюда должен его захватывать. Вот до сюда должен. Еще какой-то треск там стоял непонятный. Что это непонятный треск стоял, не понимаю. Ну вот, с треском разобрался. Холодильник у меня работал. А он уже не новый, так сказать, уже не молодой. Перелом-то бегает, руки дребезжат, задняя панелька так тр-тр казался. Теперь вот послушаем. Треска нет, а я одна камера сначала решил. Значит, камера все в порядке. И все, спасибо. Ставьте лайки, не забывайте.